В областной прокуратуре прошло совещание, на котором представители правоохранительных органов региона обсудили вопросы, касающиеся правонарушений и преступлений в сфере реализации прав субъектов предпринимательской деятельности. За истекший период текущего года органам прокуратуры в указанной сфере выявлено более 900 нарушений, в целях устранения которых было принесено 158 протестов, внесено 299 представлений, из числа рассмотренных 155 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении 24 должностных лиц были возбуждены административные производства. 11 должностных лиц предостерегались о недопустимости нарушения закона. Один материал был направлен в порядке часть 2 статьи 37 для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица. Первый зампрокурора области Михаил Монахов в своем докладе также озвучил результаты осуществления надзора в данном направлении. По его словам, прокуратурой области выявлялись факты отсутствия необходимого правового регулирования в сфере оказания государственной поддержки малому и среднему бизнесу. Меры реагирования в связи с несоответствием нормативных актов, бездействием органов местного самоуправления в сфере реализации программ государственной муниципальной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса принимались прокуратурами Клепиковского, Рыбновского, Спасского, Шацкого района. При осуществлении надзора в сфере оказания государственной муниципальной поддержки были установлены отдельные факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ на развитие малого и среднего бизнеса, а также факты ненадлежащего осуществления контроля за их целевым использованием органами власти. Также докладчики озвучили наиболее распространенные нарушения в отношении предпринимателей области, а затем обсудили наиболее действенные пути решения этих проблем, при этом отметив, что работу эту необходимо налаживать комплексно.